Всем привет! Мы приехали на вторую рыбалку в этом сезоне. Будем ловить сейчас судака, щуку. Нам нужны трофейные экземпляры. Пока не начался запрет, кого-нибудь поймаем. В общем, мы начинаем. Первая щучка за день, небольшая. Ну, хорошо клюнула, причем клюнул он такой довольно немаленький твистер. Хоть все утверждают, что весной нужно рыбачить на маленькие приманки. Но, как видите, вот такая небольшая щучка ловится, такой твистер спокойно. Нашли стайку леща. Ой-ой-ой. Такого. На одинарный крючок ловится лещ. Будем смотреть, кто с ним рядом плавает. Была одна поклевка, невиданной зверушки. Не смог я поднять ее, догнул крючок. Уперлось что-то и не пошло. Вторая рыба задняя. Дядя Андрей открывает сезон, была поклевка. Судя по всему, щука. Это наверх идет, непонятно. Может, забагрил? Может, забагрил, кого сейчас далеко еще не видать. Ах, хорошо-то как. После зимы. Точно багреночка какая-то. Не крупная. До трех. Мандула сработала. Дело красное. Стоит стая леща. И рядом стоит щучка небольшая. Крупная щучка. Давай сюда своего ребенка это. Молодец. Красота. А пока не клюет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Участвуйте вот в этом конкурсе. Просто поставьте под видео лайк, подпишитесь на канал, и вы получите шанс выиграть набор джерков. Вообще, пора бы уже поймать. И на камеру не клюет, как обычно. Вот такой прекрасный звук. Андрей решил сегодня открыться так открыться. Забагрил крокодилицу какую-то. Да, просто ушла, вот оттуда ушла на глубину. Тупо с велика на глубину куда-то встала. Ну, вообще ничего не происходит. Почему? Ну, только смотка пока. Давай бугорси, маленький. Вообще стоит. Очень, очень приятный звук фрикциона. Ёлки-палки. Дергается, блин, что-то там облеск. Суши не хватало. Прилично, я даже не знаю, что делать. С якоря сниматься. Подожди, сейчас вернем. Просто кола. Ну ты потяни, попробуй посильнее. Да ничего не происходит. Я что, тянуть фрикцион еще разматываю? Ну давай потихоньку разматывай. Это жесть вообще. Вообще встал в глубину. Давай-давай, качай потихоньку. Вообще была наметка, что мы сейчас багрим леща. Да, кстати. Как будто лещ слишком активно. Килограмм на 17 лет сейчас думал. Вообще не поднимается. Фу. Ты понимаешь, крокодилицу зацепил? Более-менее я чувствую там что-то. Давай. Эту палку причем с тестовой. Хаски. Да, кстати, только что про палку говорили. Тянем мы на сталкера 10.50.
тунца уважают, надо его достать. В принципе, до обеда у нас еще есть время. Вообще что не происходит, нет? Вообще нет, это стоит тупо. На уплыла куда-то. И что тебе даст-то? Ты хоть как-то мы... Да мучает ее так, какой якорь снимать? Нам нужно эфирное время набирать. Ну подтяни чуть-чуть. Фиксон? Чуть-чуть. Я подтянул уже два раза. Пошла же что-то. Тенденция есть. Ты ту рыбалку копил, что ли, это удача? Давай, давай, сейчас пошла. Пацак соберешь. О, она уже близко? Нет. Так. Там глубоко еще, она на дне. Господа рыболовы. Сейчас я маленько повожку и все. Но она сразу, наверное, не пойдет. Она еще погуляет. А кто там вообще? Вот. Подожди, еще надо снимать, подсак собирать. Да она сейчас за якорь замотает. Это вообще будет жесть. Просто вниз. Может, вряд ли сюда. Собрал. Итак, интрига. Кто там? Хочу просто посмотреть. Может, что-то зацепилось, я просто... Ну, как бы оно уплыло. Дерьмо. Иди сюда. Ёлки-палки. Там мама, не просто мама. Там килограмм 15, наверное, мама. Так. Господа телезрители. Сейчас самое время подписаться. Самое время. Ну, очень большая щука, честно говоря, видел тень. За десятку хоть. За десятку точно. Главное, чтобы без свечек нам было. Очень большая. Вот это тихо, бревно. Тихо. Сошло? Фу, надо забагривать на мелике. Ёшкин кот. Вот такие эмоции происходят у людей, когда уходят десятки. Забагрил ты, да? Забагрилось, ну. Жестко, конечно, было. Если вы еще не подписались, собери подсак. Ну прям достойная была такая щучка, достойная. Давай пей, короче. Сегодня уже не рыбачь. В общем, сегодня два схода таких бодрых. За десяток, наверное. Наконец-то вторая рыба у меня сзади. Мандулу практически сразу на падение. Килограмма 3, наверное. Продолжаем рыбачить. Подошла к концу наша рыбалка. Несмотря на восточный ветер, падающее давление, поймали 4 щуки. Щука не крупная, 2-3 килограмма. Мы отпустили крокодила, который Андрей останется надолго в памяти. Он сказал, что там было килограмм 15. Ну, ближе, наверное, к рассказам друзьям будет 20. А так было щучь килограмм на 7, скорее всего. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!